хочу это подчеркнуть, никакой поддержки нарушениям в спорте, тем более нарушениям в сфере допинга, на государственном уровне не было и быть не может в России. Мы сотрудничали и будем сотрудничать со всеми международными организациями, которые работают в этой сфере. В Соединенных Штатах район базирования. Вот известный случай, с чего начался чемпионат мира по футболу. Драка российских болельщиков с английскими. Ну, безобразие полное. Я, правда, не знаю, как 200 наших болельщиков отметили или там несколько тысяч англичан, не понимаю. Но во всяком случае, подход правоохранительных органов должен быть одинаков ко всем нарушителям. Мы вот именно так выстраивали и будем выстраивать эту работу и в борьбе с допингом, и в борьбе за дисциплину среди болельщиков будем.